Около 10 тысяч учителей трудятся в системе общего образования Чувашии. Свой профессиональный праздник они провели в стенах любимых школ. А поздравления главы республики «Лучшие из лучших» своей профессии получали в субботу в Чебоксарском дворце культуры тракторостроителей. Как сварить вкусный суп и сделать выкройку для юбки? Семиклассницы Янтиковской школы знают на зубок. Свою учительницу технологии Светлану Захарову будущие хозяйки очень любят. А недавние выпускницы приходят в родную школу, чтобы сказать спасибо за бесценные знания в области домоводства. В своей школе я работаю 30-й год. Я очень люблю свою родную школу. Мне очень нравятся наши дети. У нас очень хороший коллектив. Это такая вот дружная, сплоченная команда профессионалов. И я горжусь, что я в этой школе работаю. Я готовлю наших девочек к будущей жизни. Стать хорошими хозяйками, стать хорошими женами. Вообще, женщиной с большой буквы. За свой труд Светлана Захарова и три ее коллеги по цеху награждены почетным званием «Заслуженный учитель Чувашской республики». Сила наша в вас, уважаемые учителя, потому что вы, как мастера своего дела, как профессионалы, выполняете всю свою работу очень ответственно. Вкладываете свою душу и частичку своего сердечка. Мы со стороны органов власти, конечно, будем создавать все благоприятные условия для того, чтобы вы чувствовали внимание государства. Высокий профессионализм учителей республики подтверждает и признание на федеральном уровне. В этом году 16 школ Чувашии вошли в топ лучших школ России. 8 из них в топе 200 лучших сельских школ страны. Это результат слаженной работы команды учителей, родителей и самих школьников, отметил руководитель региона. Дарина Игнатьева, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика. Встречайте!